Я думаю, что если когда-то у России и был шанс быть великой, то это именно сегодня. По крайней мере, даже думать так полезнее для общества. Я думаю, что даже самогипноз полезен в этом смысле. Чем ходить и говорить, что кто-то у нас неправильно руководит, какое-то правительство, которым мы якобы не являемся, мы все являемся нашей страной. Лучше самогипноз, чем самоуничижение.